Дорогие подписчики, гости моего канала, я вас всех приветствую. Сегодня выбрался я на Южное Подмосковье посмотреть, как обстоят дела с грибами. 19 июля у нас сегодня. Вот. И решил начать с опушки. Пройтись, посмотреть, оглядеться. Вот. И в принципе, уже даже кое-что я и смог найти. Хороший экземпляр, во всяком случае, как мне кажется. Сейчас я вам его и покажу. Вот такая вот у нас опушка. И тут я иду. И смотрите. Торчит кусок коричневой шляпки. Я знаю, что это белый. Это уже очевидно. Но смотрите, как интересно он вырос. И, кстати, вытащить бы его хотелось еще. Прям, не знаю, крот накопал, не крот. И прям из этого же места лезет вот такой вот колосовичок. Интересно, разведчик или нет? Хорошей такой формы. Вот, ну, я предлагаю прогуляться со мной. Мы с вами посмотрим, что здесь еще преподнесет лес, какие подарки. Вот, надеюсь, что подарки будут. Вперед за такими грибочками. Не забудьте поставить лайк, написать комментарии, подписаться на мой канал. Для меня это очень важно. В лес за грибами. Что такое праздник грибника? Счастье грибника. Давайте я вам и покажу, что это такое. Вот в такой траве, на опушке, прям самой. Сейчас у нас в Подмосковье прохладно. Я такой смотрю. Стоит. О, какой! Раз. Такой уже вырословатый. Так. Откладываем. Смотрите. Два, три. Этот мягкий уже брать не будем. Так. О. Так. Здесь у нас, смотрите, еще один торчит. О, какой кругляш. Хороший. Будем смотреть на чистоту. Конечно, колосовые белые у нас отличаются червивостью. Так, где-то здесь видел еще. Смотрите. О, еще один. Блин, так прочно они сидят. Я прям порой даже не знаю. О, еле вытащил. Прям такие усилия приходится прилагать. Так. Складываем колосовички. И вот здесь вот я сумку положил, потому что уже думал, что потеряю. Я сколько раз его видел и постоянно его терял. И еще один вот красавчик. Вот он-то. Какой. Хороший. Вот такая вот у нас с вами полянка выходит. Минут, наверное, 10 я тут все ходил, высматривал. И вот результат. Весомо, вполне. Такая вот у нас опушка леса. Вышел я посмотреть. И тут, смотрите-ка, какие ребятки меня встретили. Белый гриб березовый. Колосовой формы. Тоже неплохо, если чистый будет. Ох, как прочно сидит-то. О! Таких вот два колосовичка прямо на самой опушечке. Ну, нормально, что? Ищем дальше. Среди шишечек спрятались два еловых белых. Скорее всего, даже они вместе срослись. Смотрите, какое чудо. Какие красавчики. Как ни поверни их, со всех сторон красивые. Прям настроение поднимается сразу, глядя на них. А у нас тут еловый беленький. Смотрите, какой. Хороший. Сейчас мы его осторожно сорвем. Оп. А он даже не один. Тут еще на корню вылазит. Вот такой вот самый такой хороший оптимальный размерчик.
и в жарку, и в заморозку, и в маринад. Куда хотите. Классный. Хотелось бы больше. Иду, хожу по лесу. Хорошая погода. И смотрю, во, стоит. А кто это у нас стоит-то? Это ж беленький. Мы его возьмем. Давайте мы сейчас с вами сорвем, посмотрим, что он из себя представляет. Ох, как непросто. Ух ты какой. Колосовичок. Белый гриб. Березовый колосовой. Прикольный. Смотрите, какой под шляпкой белоснежно все. Такой экземплярчик у нас. Ну, пойдемте поищем еще грибочки. Немножко на улице потемнело. Может быть, даже дождик пойдет. А мы с вами пока собираем грибочки. И еще один белый гриб. Колосовичок нас ожидает. Смотрите, какой хороший, прочный. Красавчик, немножко его что-то мешало, видимо, ему расти, но в целом хорош. Продолжаем с вами гулять. Здоровяк уже, смотрите какой, даже не знаю, можно будет его взять или нельзя уже, переспел он совсем или нет. Ух, ну, шляпку мы еще с вами посмотрим, может быть, что-то нам оставили, червячки-то. Ох, какой размашистый. Поищем еще. Хожу по опушке. Приглядываюсь сквозь такую большую траву. И вон он-то спрятался от меня-то как, а? Да хороший какой. Смотрите-ка. Сейчас достанем. Отличный будет белый. Так, грибницу прикроем. О, какой! Ай, хорош! Прикольненький. Немножко его тут улитка или зверьки какие-то, скорее зверьки какие-то пытались погрызть, зверушки. Но нам тоже грибочек оставили. Да какой! Хороший! Гуляю в еловом лесу и смотрите, какой шампик! Мощный такой! Прям... Ой, сломался даже. Вот это лесной шампиньонище просто. Крепкий такой, большой. Класс. Запах, конечно, сразу шампиньона выдает. Красавчик. Вот такой вот беленький. Смотрите, такая шляпка у него. Окрашенная такая прям. Необычный такой цвет, даже не знаю. Вроде сероватая, вроде коричневая. Вот, но еловый белый. Вот такой вот прочный, хороший, молодой. Сейчас будем смотреть на его качество. И дальше искать. Зашел в лес. А здесь, смотрите. Лисичка. Да какая. Уже некоторые большие. Но крепенькие еще. Оп. Ну, поляна лисичек уже есть. Сейчас вам покажу. Такие уже прям скоро переспеют даже. Лисичка все так долго у нас росла. А здесь, смотрите-ка, какие большие уже. Да, от дождей она прям кайфует. Хорошие прошли дожди. Ну и мы с вами наслаждаемся грибами. Вот какие красивенькие, прям так растут, чуть ли не друг на дружке. Красота. Радует июль. Сначала как-то все не очень, не очень, а сейчас очень даже ничего. По лисичке, в частности, это точно. Ох, какие и белые лисички тут есть, и обычные. Оп, оп. Да много. Много. Конечно, может быть, кто-то скажет, да куда, да где тут много, у меня там прям вообще
Ну, это может быть в нетронутых каких-то лесах, да. А я все-таки даже сегодня особо-то и не уезжал никуда. Ну, лисичка везде сейчас растет. Грех не пособирать. Ай, в траве запуталась. Прям куча у нас уже такая серьезная у нас лисичек. И они у нас прям продолжаются. Так. Внимательнее надо смотреть. Прячется она. Хотя такие размеры уже, что в принципе ее хорошо видно. Оп. Так. Оп. Ну, как-то так. Больше пока не видел тут рядом, но, согласитесь, весьма неплохо. Даже круто. Вот такой вот у нас получился итог. Сверху у нас беленькие, внизу лисички. Хорошая сковородочка грибов. Вот, показываю вам только чистые грибы. Червивые все выбросил. И вот такой вот прям, ну, честный-пречестный итог, скажем так, который пойдет именно в еду. Весьма хорошая сковородочка. Остался очень доволен. И надеюсь, что лес нас не будет подводить и в дальнейшем. Вот. А я надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на мой канал. Ну, а я с вами прощаюсь и надеюсь, что очень скоро увидимся снова. Пока-пока!